Знакомьтесь, это Кирилл, он шеф бара Anyway из Твери. Как, по вашему мнению, какую роль играет посуда в ресторане? Очень важнейшую, на самом деле, потому что, вы посмотрите, просто здесь пекло просто присутствует, полнотой посуды, уже не важно, что туда положено. Чем определилась наша посуда? Мне нравятся уникальные какие-то вещи, и здесь их полно, то есть реально, куда ни посмотри, везде уникальная ручная работа. Друзья, это Виктор Лебедев, управляющий ресторана Elarge. Добрый день, Виктор. Виктор, вы не понаслышке, наверное, знаете, насколько важную роль играет посуда в ресторане, в жизни ресторана. Конечно, посуда должна быть и подходить по концепции, также она должна быть и прочная, и приятная на ощупь, не знаю, глазами. То есть человек не только должен поесть из посуды, еще насладиться из того, что он поел.